Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 10 по 17 октября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете Ford F-150 DD, а за прохождение на 80% Cadillac Escalade. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Cadillac Limousine, а за прохождение на 80% Ferrari 166 MM. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке рывок Уотли Дейли вы получаете BMW M3 GTR. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке Амблсайский подъем вы получаете Ford Mustang 69 года. За первое место против драйватаров уровня опытный в раллийном спринткроссе в Астмуре вы получаете Ford XB Falcon. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете Bond Shaker. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной гонке Холлирудский маршрут вы получаете Aventador Forza Edition. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется Carden Creek. Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 153 км в час. Здесь вам понадобится автомобиль с очень хорошим управлением на грунту. Лучше всего заехать на этот участок сверху на максимальной скорости. Ну а я прошел это испытание на Hoonigan Ford Fiesta. Следующая выходка называется Роща. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 293 км в час. Здесь уже такой сложности нет, подойдет любой автомобиль с хорошей максимальной скоростью. Я прошел это испытание на Lotus Elise 97 года. Последняя выходка называется Ранохский уступ. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 175 метров. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошим ускорением на снегу. Лучше всего будет прыгнуть немножко левее. Ну а я прошел эту выходку на Hoonigan Ford RS200. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Шедевр». Для его выполнения вам понадобится Lamborghini Centenario 2016 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «100 лет Lamborghini». Для его выполнения вам понадобятся шоссейные кольцевые гонки. Но потребуется от вас победить в двух шоссейных кольцевых гонках. Следующее испытание называется «Ограниченная серия». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. Но выполняется эта техника путем обгона в гонке. Последнее испытание называется «Острое блюдо». Для его выполнения вам понадобятся любые смелые выходки. Но потребуется от вас получить суммарно 12 звезд за эти смелые выходки. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарные красные мотоштаны и легендарные валенки, а также легендарный автомобиль Hot Wheels Ford Mustang за 550 очков. Ну а главный приз за этот форзафон — это Nissan Nismo GTR Forza Edition за 500 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!